Won't you spare me over till another year? Ты тоже это видишь? Эти холмы состоят из коконов. Их там тысячи. Если поставим заряд там, все сгорит. Черт, углубляются. Надо двигать. Живо. Так, короче. Нам сегодня досталось. Мы потеряли братьев. Но сейчас пробил час расплаты. Разместим заряды на кучах как можно больше и взорвем их на расстоянии. Как только рванет, сразу валим к выходу. Если повезет, мы не только поджарим пару вампиров, но и отвлечем их. Если умрем здесь, то хотя бы заберем кое-кого из них. Так. Кто пойдет и заложит динамит? Да хуй с ним. Я пойду. Ёбнулся? Вместе пойдем. Не, чем больше народу, тем выше риск облажаться. Вот, возьми детонатор. Если я не вернусь... Ник! Да слушай. Если что, ты должен взорвать заряды. Только сильно с этим не торопись. Все время. Будь на связи, понял? А если сигнала не будет? Запущу ракету. Как увидишь, нажимай на кнопку. Быстро и аккуратно. Давай, друг. Вот, держи. Супер. Спасибо. Коконы, шевелись давай! Первая шашка на месте. Прием. Куда? Вправо, влево?
делать? Братан, тут становится жарко. Может, бросишь остаток зарядов и вернешься? Ты только глянь. Вот эта куча. Она далеко. Хочу рискнуть. Это слишком просто. О, нет. О, нет. Что там? Их слишком много. Ему конец. Господи Иисусе. Стой! Как это ему поможет? Выхода уже нет. Что видно сверху? Скажи. Они тебя окружили. Их там сотни. Ну ты хотя бы не стал мне врать. Прости, Ники. За это. И то на контрольном пункте. На войне, Джейс. Всякое. Заряды на месте. Отвечай уже! Вот так, отзовись! Прости. Это Ник? Он жив. Ник, подтверди позицию. Я в 200 метрах от двери. Курс 3.20. Но я ранен. Не дойду. Блять.
я держу.